Депутат окружного совета депутатов от «Единой России» Лариса Бархатова рассказала одинцовцам о достижениях округа и региона в сфере здравоохранения. Так, в поликлинике и больнице Одинцовского округа в 2022 году поступило 348 единиц нового оборудования. Это аппараты УЗИ, видеобронхоскопы, 12-канальные электрокардиографы, техника для физиотерапии и реабилитации. Кроме того, в Звенигородское и Никольское подразделение Одинцовской областной больницы было поставлено тяжелое оборудование, современные аппараты для компьютерной томографии.